рычаги, представляете? Смотрите, какая красота. Сейчас покажу, как купить билет. Мы здесь долго разбирались. Но здесь есть английская, немецкая и украинская. Вот. Одноразовый, 4,60. Но мы случайно купили два вот таких вот. Ну, короче, вот одноразовым щелка, допустим, один. И оплачиваю, и все, прикладываете вот сюда вот, и вам то есть, тут или скриншот нужно сделать, или вам на банк приходит, да? Только я мастер-карт смогла. Так мастер-карт, а виза не сработала. Вот, мы в трамвайчике, сейчас мы будем показывать маршрут. Мы, конечно, в такие ядреня заехали чуть-чуть. Ну такой, ну да, просто спальные райончики, но тоже очень красиво. Сказать, что мы заехали сюда, искали новую почту, купили Наташе чудесные тапочки, вы, наверное, уже их видели, да? Вот, потом купили ее сестре такие же. Да? И отправили новую почту. Вот такой подарок классный. Да, но... Так, ну что, сажусь сейчас и буду вам показывать. Сегодня у нас путешествие на трамвайчике. Помните, в Кении у нас было, из такси мы вещали, из Uber. Кстати, обратите внимание, все, ну, нет сидений по двое. Еще обратили внимание, как ты. Вот книг. А там везде по одному. Кстати, в Кении там тоже такое есть. Да? Там низкоскоростной. Такой, по-моему, есть. Я никогда не ездила. Здесь вроде как красиво, да, красиво. Но мы такие райончики проехали. Вот на лабиринт похож. Помните лабиринты, кафешку там? Просто мечта на трамвайчике прокатиться, класс. Думали, мы ж покатаемся уже на трамвайчике, да? Ага, покатаемся. А вот еще автоматы есть, вам покажу. Но мы там не успели купить такие автоматы. Возле галереи Доминиканской мы купить не успели. Очень удобно, остановки освещаются. И здесь, и там пишутся. Вот. Вот, кстати, номера маршрутов, и по интернету Наташа смотрела, вот четко приходит. Здесь вот тоже есть расписание, четко приходит. Сказали, допустим, 5:16. Ну, может, он 2 минуты опаздывает. Вот, будет 5:16. Ну, удобно, удобно. Эти магазины Жабка, они везде, вот как Бакаля в Абу-Даби вам показывали, везде как магазинчики, зайти купить водичку, бутерброды, поесть, пиво. Славянска, но очень зелено, как бы, ну, нормально. А, вот такие, когда мы уже заезжали, такая, Наташа, куда мы заехали? Где новая почта? Что ты это? Ты не верила, ты говорила раньше выходить. Да, я хотела раньше выйти вообще. Остановки на 3. Давай, давай уже выйдем. Что-то мне здесь, это такой разноцветный домик. О, ага. Тут прям вот из окна трамвая тоже ничего. Такой Вроцлав даже очень хороший. Тут еще мальчики достали пиво, пили. Я такая, так, куда мы едем? Что тут все разрисовано? Давай выходить. Ну вот классно, что новая почта есть, и можно отправить подарки. И там что? До 10 килограмм. До 10 килограмм продуктов. И сумма 600 злотых. Не превышает 600 злотых, то есть не будет оподаткования. 600 злотых это 150. Не будет налогов. Ну, налогов. Так что, кто будет отправлять, и кто накупил подарков, может отправить их из Вроцлава и из других. По-моему, в Кракове тоже есть новая почта. Украину можете отправить. Парк трамвайчиков. Сейчас будем, по-моему, красоту проезжать. Там будет вообще... Ой, какие классные. Там будет такая река красивая. Ой, вообще классно. Сделали и делают. Линия Оши. А вот остановка и такая красота, мы даже не знаем, что это. Ну красиво, розы. Смотрите. Красиво так. Такое просто необычная такая церковь. Что-то Google опять. Закрыто, не знаю. Google не гуглит, да? Включаемся. Сейчас мы будем Одру проезжать, это вообще будет красота. Так, людей маловато. Сейчас знаете сколько? 6:28. По польскому времени у нас 6:28 трамваи были бы забиты. Вот, красота уже продолжается. Хотя начинается, не это, она продолжается.
погодка так немножко испортилась, мы в дождик попали небольшой, но нормально. Мы здесь вчера проходили. Вот Тумский остров и костел, на который мы с вами залазили, две башни. Зеленый мост, который настоящий. Большой вот а-ля торгово, Market Hall. Линия Ocean. Чужой, опять меня не снимайте. Ну, ты мне сильно нужен, конечно. Сегодня мы вновь проходили. Вновь это Нептуна. Вот, кстати, его видно. Ага, класс. Едем вперед. Вот уж доехали до галереи Доминиканской. Отель Меркури. Мы были в отеле Меркьюри в Эмиратах. Вот отсюда мы начинали свой путь, сегодня ездили. Вот, кстати, вот есть жабка, а есть бедронка. У нас возле отеля бедронка, что значит божья корова. Ох, какая-то вон красота еще. Ага. Показывали доминиканский офис. Тоже будет гномики сейчас. Может, так людей побольше. Да. Ну, сейчас просто нам уже легче будет, мы просто не можем удивить, где нам выходить. Ну, уже как-то ближе к нашему отелю. А вот помните, мы сказали, окна страны не застеклены, а эти, да, застеклены. Значит, все-таки где-то разрушают. Дома прикольно расписаны. Поехали, поехали, скоро уже приедем. Это ива мне нравится. Ага. Какая красивая. Прям пушистая. Скужина партизан. Наверное, парк партизанов, что-то партизанов сказали. А трамвайчик номер 8 уезжает, довез нас. Кстати, красивое здание. Как Наташины тапочки. Какой фиолет. Да, какой фиолет. У меня 8 была в детстве. На линии. Я 8 в школу ездила. Приятные воспоминания. Ну вот такое у нас сегодня видео. Всем пока!